Гарнизоны НАТО в Восточной Европе получат самое мощное усиление со времен Холодной войны. На саммите в Брюсселе министрами обороны стран Альянса принято решение об отправке нескольких тысяч военнослужащих в Прибалтику в качестве сигнала России. Мы приняли решение нарастить передовое базирование в восточной части Альянса. НАТО на основе принципа ротации развернет 4 усиленных многонациональных батальона в Эстонии, Латвии, Литве и Польше. Решение об отправке войск закрепят окончательно на саммите в Варшаве в начале июля. НАТО перебросит на восток до 4000 солдат. Личный состав будут обновлять каждые 6-9 месяцев. Это позволит обойти соглашение с Россией, которое запрещает наращивать постоянные гарнизоны. Генсек Столтенберг также подтвердил, союзники готовы к диалогу с Москвой, но расценят нападение на одного из них как нападение на всех. Также министры договорились нарастить военное присутствие в Черном море. Там блок усилит воздушное патрулирование, а в Румынии развернет многонациональную бригаду. Россия заранее анонсировала ответные меры, в их числе переброска 2 бригад на западные границы.